Всем привет! В сегодняшнем выпуске я подготовил для вас интересную подборку симуляторов машиниста. Надеюсь, этот выпуск вам понравится. Начинаем! SimRail 2021 Railway Simulator. Достойный симулятор железной дороги, позволяющий почувствовать себя в кабине современного поезда или старого паровоза и колесить по местным просторам. В игре имеются электрические, дизельные и паровые транспортные средства самых разных эпох. Управление ими, разумеется, будет отличаться. В целом ведут они себя довольно правдоподобно за счет реалистичной физики. Для поездок доступны реально существующие пригородные, дальние и высокоскоростные пути, общая протяженность которых составляет целых 500 километров. Симулятор может похвастаться динамичной системой погоды. Условия меняются в реальном времени, в дождь или снег появляются лужи и сугробы, а также имеется смена времени суток. Trans-Siberian Railway Simulator. Это симулятор машиниста советских поездов, в котором вам предстоит взять на себя управление многими видами старых локомотивов и проехать на них через всю Сибирь. На вашем пути будут стоять дикие животные и суровые холода, и вам в прямом смысле придется выживать, чтобы проехать одну из самых длинных в мире железнодорожных веток. Имеется возможность полностью кастомизировать составы и элементы вагонов. Игровой процесс представлен Транссибирской магистралью, которую вам необходимо полностью объехать. В отличие от многих аналогичных симуляторов, здесь можно выходить из состава и взаимодействовать с окружающей средой. Например, вам нужно будет распилить дерево, которое перекрыло рельсы, и в этот момент на вас могут напасть дикие волки или даже медведь. Train Simulator 2020. Благодаря современной трехмерной графике, этот симулятор дает возможность наслаждаться красивыми пейзажами из окна кабины машиниста и следить за полностью анимированной приборной панелью для определения разных показателей во время путешествия. Разработчики добавили несколько поездов, каждый из которых идеально повторяет свои натуральные копии, что позволяет изучать их строение с максимальной точностью. Реализовано несколько режимов игры, и кроме простых поездок по территориям разных стран, доступна возможность поступления в виртуальную школу машинистов. Программа тренировок состоит из нескольких десятков уроков для полного освоения доступного материала. Train Sim World 2. В этом симуляторе вы станете машинистом как высокоскоростных, так и грузовых локомотивов. В данной части симулятор предлагает улучшенную графику, более детализированные модели составов и окружения, а также в разы расширяет игровой мир с большим количеством живописных ландшафтов. Все поезда лицензированы и соответствуют реальным прототипам. Среди дополнительных составов имеются легендарные модели, например, Mark II Stock 1972 года. Улучшенный движок позволяет просчитывать реалистичную физику сцепления колес и сопротивления рельс. Красить вагоны можно по своему вкусу и тем самым внести в игру собственные дизайнерские задумки. Метро Симулятор 2020. Это симулятор машиниста поезда метрополитена, в котором вас ожидает море интересных заданий и очень реалистичное окружение московского метро. Если вы думаете, что быть машинистом метро это скучно, то вы явно ошибаетесь. Тут много интересного. В кабине машиниста вы столкнетесь с непредсказуемыми и даже экстремальными ситуациями. Имеется несколько режимов игры. Например, стоит задача перегнать пустой поезд с одного конца метрополитена на другой, или же слушать диспетчера и следовать его инструкциям в ситуации, когда на рельсах оказался человек. Предусмотрен также и режим свободной езды. Графика хоть и не выглядит какой-то уникальной, но тем не менее вполне приятная, поэтому садитесь в кабину машиниста и начинайте движение. На сегодня это все, друзья. Если выпуск вам понравился, то обязательно оценивайте и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Не болейте и до новых встреч!